я пришел взять самые вкусные, самые качественные продукты. Вот я использую пилати мути соус. Он, как вам сказать, из очищенных томатов, и его нужно будет готовить самому. Вот я готовлю соус сам, тесто и все ингредиенты. И у меня будет завтра самая крутая презентация. Так что все получится. У вас как дела? Расскажите. Так, Лена, привет. В ленте. С Дашей хочешь быть? Где Аня? Я не знаю, ребята. Аня строит отношения. Все, у нас, ну, меня вообще не ассоциируйте с ней. Я отпускаю ее потихонечку из сердца своего. Как бы мне тяжело не было. Надо идти дальше. И, в принципе, для этого есть у меня все возможности. Так, дальше идем. Идем. Привет всем. Ты на проекте? Да. Я на проекте, ребят. Нас ничто не сломает. Мука. Покажу сейчас, какую муку использую. Это единственная приемлемая мука, какая есть. Ну, которая подходит для именно пиццы. Девушка, подскажите, пожалуйста, а где мука у вас? Ой, молодой человек. Так, блин, там это молодой человек был, я его девушкой назвал. Так. Ну-ка, ты где сейчас? Я в магазине, Леша, Аня не твой человек. С Дашей вместе уже? Нет, с Дашей мы не вместе, с Дашей мне друг. И мы пока, мы просто общаемся. А где, я не нашел, не подскажете? А, вон, ну-ка. Так, Даша грубо потеряла. Да, без тебя на проект. Мука. Консервы. Мне нужна мука. Ребят, я пока не могу читать сейчас, да? Мне нужна вот такая сорта. Такая не подойдет. Вот мука лежит, а где еще мука? Я не знаю. Так. Девушка, молодой человек. Да, это было, конечно, так. Казахстан, привет, привет. С Яной Шафеевой знаком. Да, Янка хорошая девчонка. Симпатичная. И все при ней. Ну, у нее своя жизнь тоже. Сахар, суп и специи. Где мука? Сахарные бобовые. Сейчас. Девушка, а скажите, пожалуйста, где мука у вас? Да. Это где консервы? Блин, нет здесь. Масло. Ребятки, простите, пожалуйста. Мука, где макароны? Растительное масло, блин. Ладно, сейчас найду. Я как японский пионер. Не ищу легких путей. Так. Ну вот, по-моему, здесь сейчас гляну. Орегано вкусненький нужно. Да, вот мука здесь. Вот я беру. Нет, это не та. Вот она. Вот мука. Ребят, вот есть для пиццы специальная. Уже смешанная, да? А есть вот такая. Это фариновская мука. Она вот идет. Я использую ее и семола. Два вида муки. Сейчас мы ее найдем, я вам покажу. При сочетании этих... Так. Правда, папа Брян едет с тобой на разборки? Я сегодня это слышал. Я попросил Аню дать мне, ну, мой номер телефона ему скинуть. Я отвечу за свои поступки, конечно, я это не оправдываю. Встретимся, поговорим. Без проблем, без всяких. Вы что? Так что... Так. Привет, Краснодар. Вы с Аней... Не, с Аней не надо сходиться. Нет, я не буду с Аней сходиться. Она живет уже полной жизнью с мужчиной. Не, пожалуйста, не ассоциируйте меня больше с ней. У нее... Нашел, да, девушка? Спасибо. А есть семола мука? Ой, я не
сотрудники. Да? А, извините. Не сотрудники. Какой умница. Я вообще офигенный, если честно. 2 по 20. Никогда не надо сдаваться и отчаиваться. Так. Мука пшеничная. Вот она, семола. Вот сейчас вам покажу. Вот, ребят. Вот это вот мука. Это просто обалденная штука. Ольга Сандлер говорит. Привет, Оля. Жил также с Дашей. Какие вопросы к Ане? Ну, что предшествовало тому, что я был с Дашей, ребят? Давай, среда, четверг. Окей. Леша, ты классный. Блин, ну, вы знаете, что? Наверное, я классный. Мишань, нашел все, да? А. Ну, нет, ну ты что, только начал. Еще минут 20 максимум. Так, да ты достоин лучше. Ну, возможно. Вы знаете как, сердцу уже не прикажешь, да? Иногда для кого-то кажется недостойная девушка, а для тебя она весь мир. И тут вопросы такие спорные. Поэтому все так в этом мире бушующем происходит. Неоднозначно. А, это туалетная бумага. Мне нужна кухонроли. Я кухонроли. Да, Леха, не долби больше девушек на доме. Привет. Очень жаль, что вы расстались. Очень интересно был дом. Дашка классная, будь с ней, Дашка красотка. Сейчас тебе нравится. Мне? Блин, мне никто сейчас не нравится. Разобраться бы в себе сейчас, на данный момент. Это было бы. Рулонная бумага, вон она. Это, блин, туалетная бумага. Так, добивайся, Аня. Нет, да, блядь, все, пожалуйста, не хочу даже комментировать это. Никто не пишите про Аню ничего, но не буду даже отвечать, ребят. Да, Франкфурт, привет, ребята, привет. На доме что буду делать? Строить любовь буду. Строить бизнес сейчас буду свой. У меня завтра очень важный день, очень важная презентация. Держите за меня кулачки, кто искренне хочет, чтобы у меня все получилось. Найдется та девушка, наверное, кто будет со мной. Кто поймет то, что, блин, я офигенный. Поэтому не могу найти, короче, только туалетная бумага. Фиксим. Покажешь ты творец своей судьбы, как скажешь, так и будет. Естественно. Сегодня трагедия в Перми, ребят, слышал, да, и не могу смотреть эти ролики. Очень ужасная трагедия всем близким, потерявшим родных, там, ну, приношу соболезнования. Это просто ужасная трагедия вообще для всей России. Берлин, привет, Евгений. Миша, а где? А, вон, туда, овощи там, да? Я сейчас прокачусь, смотрите. А, сейчас будет авария. Вы тоже катаетесь? Опа! Я еду. А что, уже вернулся, да, на дом 2? Так, только не будь Даша, она... Скажи что-нибудь по-немецки. Was hast du gemacht? Что-нибудь сказал. Irgendwo. Так. Пармезан, горгонзола. Обязательно.
Только не так. Скажи что-нибудь про место. В каком городе в Германии жил? Берлин. Леша, можешь записать полный процесс про пиццу? Нет. С Ефременко были бы классной парой. Блин, с Юлькой общаюсь сейчас. Мы друзья с ней. Ну и были друзьями. Она крутая. Она единственный человек, с кем я, когда был вне проекта, поделился. Даже, наверное, с батюшкой такими вещами не делился, как с ней. Она мой, ну, близкий, родной человек. Именно вот, ну, по сердцу моему. Мне с ней очень легко общаться, и она реально крутая. Мы с ней помирились. Ага. Но пока... Так, да, заблудиться можно, да. Заблудиться можно. Так, где у меня сыр? Девушка, а не подскажете, где моцарелла на пиццу? Да. Окей. Данка. Да. Немецкому обучаешься? Да, немецкий мне нужно сейчас. Я знаю, мне надо это... Маскарпоне. Маскарпоне. Гальбани, маскарпоне. Так, как тебе творчество Ромашова? Блин, я не заострял как-то внимание на Женькино творчество. Женька молодец, он знает, что делает, и это круто. Главное, чтобы человек горел. Понимаете, что когда человек горит идеей своей, то это, ну, 50% успеха. Нужно быть зараженным этой идеей, чтобы донести свое творчество. Привет, Алексей. Ростов, привет. В общем, на мой вопрос не отвечаешь. Так. А что за твой ник? Геркин. Герка мой отец, а Геркин зон, Геркин сын. Как-то так. Твоя пицца просто бомба. Жаль, что далеко живу. Какая там первая мука? 2.0 беру Фарина, а вторая Семола. Метро Cash & Carry на Киевском шоссе. За какой поступок вы находились в тюрьме? Погуглите, ребят, я уже устал об этом говорить. Угон машин, мошенничество, кражи, подкуп должностных лиц. Дофига чего было. Ну, это все в прошлом. Зарабатывали как могли. Сорян. Плащ маньяка действует, вы тоже катаетесь, да. Так, Даша еще та. Как реагируешь на Брянску? Тяжело реагирую сейчас, но вот уже полегче, ребят. Все нормально. Я занимаюсь своим делом, и для меня это очень важно. Что я не теряю себя. Привет, Колесник. Так, всем привет. Говорят, что реализация проекта с Дом 2 уйти. Говорю, так, ты в России сейчас, да? Во, Ефременко, вот твое, это ты не... Даже... Карьеру можно строить и за периметром, да. Геркин сын, да. Главное, пицца-плащ. Какие процедуры у косметолога для мужчины посоветуешь делать? У меня есть пост на эту тему, ребят, смотрите. Казахстан, привет, блин. Леша, ты вернулся на реале, да? Так, дальше мне нужен сыр, пармезан еще. Такс. Жесткий сыр нужен, жесткий. Девушка, а не подскажете пармезан, где сыр, вы же знаете? Ага, вот, спасибо. Так. Узнают на улице? Да, да, постоянно узнают. Ну, блин. Риджана. Вот он. Какой нужен. Именно Риджана. Пармагрина. Возьму тоже.
покажи сыр, какой купил. Ребят, вот. Риджана. Такой обычный пармезан. Потом прима грина. Мука. И моцарелла. Вообще идеально моцарелла филанта. Так, теперь мне нужна горгонзола и таледжо. Девушка, а не подскажете, горгонзола сыр где? Нет? Так, привет, привет. Какой, как ты старый, Шамсудин? Нормально все, что ли? Я старый, я молодой. Так. А не подскажете, где горгонзола сыр взять? Да, горгонзола сыр. Да, мягкий. Мягкий, да, как? Ну, не такой мягкий, не в банках, как Дор Блю примерно. Вот здесь мягкий. Еще есть мягкий вот с этой стороны. Ага, а вот, с... кальбани мне тоже. Да? А? Да. Да. Моцареллу я купил, взял уже. Без разницы. Ты вернулся на проект? Да. В таких треугольных он штучках. Ага, все, спасибо. В черных упаковочках должен быть. Весь мягкий тут. Да, блю. Так, с горгонзола. Нет, Дор Блю, мне нужен горгонзола именно. Так, пока. Нет, стену уже можешь быть как новые марки продуктов в сети, да. Ты еще найдешь свою любовь, а не идет себе. Так, ладно. Ребятушки, давайте это завяжем наше общение. Всех обнимаю. Леша, Даша постоянно вы. Так, Леша, как Давид на твой приезд отреагировал. Леша, привет, помнишь, тебя всегда говорили всему свое время. Конечно, придался. Естественно, хочу пиццу от Алексея. Звонок в домофон, курьер. Артур Николайчук, пиццу заказывали. Самара, привет. Рига, привет, ребятки. Ольгус, Соловаки. Так. Давайте попробуем. Все. Какую что за пиццу будет? Так, да. Нефтекамск, привет. Купи вина. Когда новая пицца и водки? Новая пицца сам. Очень вкусное говно у меня будет. Новая пицца называться. Одна. Мою пиццу, знаете, что можно назвать чем угодно, но она будет как угодно, точнее, она будет просто офигительная. Серег, сколько еще есть время? Минут 10-15, да? Нормально. А где морепродукты? Украина, привет. Блин, так вот морепродукты, да. Люблю Украину, ребятки. Новый год отмечал у вас, уже говорил неоднократно. Так. Креветки, морской коктейль мне нужен. Ты один? Да, я один. Я тоже хочу твою пиццу. Так, привет, Саратов. Саратов, привет, ребятки. Гребешок. Угу. Вон, морской коктейль. Скинь рецепт, очень вкусное говно. Нет, это пока завтра презентация будет. Ты вернулся на проект, да, в каком городе? Москва. С кем Аня? Ревнуешь? Блин, ну, странно было бы, если бы я не ревновал, да? Но мне уже полегче, ребят. Отпускаю ее, она...
А нужна мне баночка завтра. Ладно. Это хорошо, новое, что вернулся. А с кем Аня встречается? Ребята, с Дашей не общаешься? Общаюсь. Сколько вы были с Аней вместе? 3,5 месяца. Так, базилик обязательно. Базилик. Завтра успешно провести презентацию. Да, спасибо, ребят. Без тебя там не на кого смотреть. Маринчик обязательно свеженький. Вот такой. Белая дача. Девушка, а не подскажете, базилик где свежий? Нет? А зеленого нет? Лучше он должен быть и зеленый, и такой. Если нет, значит, может быть, нет. Он еще вот здесь. Краснодар, привет, Маша. Передай привет, Маша. Маша, привет. Берем грибочки издалека. Красный перчик. Не очень. Адеев, привет. Ковалев, Руслан, привет. Только такого итога драки следовало ожидать. Как таких отношений? На дом 2 вернулся. Привет с Краснодара. С бухлишка на завтра. И бухлишка на завтра. Нет, семки я не пью, ребят. Ну, блин. Пиццу в Баку. Баку с удовольствием отправлю. Приглашайте, приготовлю. Мастер-класс проведу по пицце. Обожаю Баку. У меня во мне тоже азербайджанская кровь течет. Так что на мне где-то 7 кровей намешано. Кавказ. Так. Дальше. Блин, надо структурировать. Ребят, давайте, знаете что, ну, попозже с вами свяжусь. Всем хорошего дня, вечера. Все, обнимаю всех крепко.